250 миллиардов рублей направит на реализацию национальных проектов Чувашии до 2024 года. Их паспорта сегодня рассмотрели на заседании Совета по стратегическому развитию. Увеличить объемы экспорта услуг в 3 раза до 9 миллионов долларов в год. Такая задача стоит перед республиканскими властями. На эти цели в федеральном бюджете заложено 6 миллиардов рублей. Проект «Экспорт услуг» новый. Его задача – создать условия для долгосрочного действия в Чувашии. Предусмотрено мероприятие по развитию логистики, снижение административных барьеров, в том числе валютного контроля. Предусмотрены новые меры поддержки экспортеров. Вот сейчас мы совместно с нашими предприятиями, организациями, потенциальными экспортерами и существующими экспортерами. Мы же работаем по увеличению экспорта и в том числе по разработке корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Другой проект «Кадры для цифровой экономики» также стартует впервые. Реализовывать его планируют по 2 направлениям. Одно из них – выдача персональных цифровых сертификатов. Потратить выплаты можно будет на образование, соответствующее критериям, которые в настоящее время прорабатываются. Форма обучения может быть выбрана любая. На базе одной из организаций, как очная, так и заочная, и дистанционная. Для получения сертификата потребуется подать заявку в электронном виде специализированному оператору. Что касается размера стимулирующих выплат, на данный момент идет речь от 10 тысяч рублей на человека. Второе направление – создать условия для подготовки цифровых специалистов с раннего возраста. Оно будет реализовано путем повышения активности общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций доп. Образования детей Чувашской Республики по участию в предоставлении заявок на получение различных видов грантовой поддержки федерального уровня. Реализация других 10 проектов будет продолжена. Их паспорта доработаны в соответствии с майскими указами главы государства. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.